Бля, вот эта вот засранка по утрам не дает спать. В 3 подъем, в 4 утра, в 8, в 9 и до сих пор. Орет как резаная. Капли не помогают. Кастрировать поздно, потому что 8 лет уже. Орет как резаная, ужас. Засранка. Я ее даже мочила водой, бесполезно, все равно орет. Сегодня варю фасолевый супчик. Тут свиные косточки. Опять макарон. Ой, не макарон, а это морковка. С луком буду сейчас жарить. Картошка. И опять фасолька появилась. Фрау Марта. Вот. И герань, кстати, моя прижилась. Смотрите, вот она даже расцвела немножко. Только вот листочки немножко надо оборвать. Видите, сколько пипочек даже. Красота какая. Вот я почистила. Ну, неплохая кукуруза, тем более за 25 рублей. Это дешево. Везде по 50 она стоит. Сейчас буду отваривать ее. Вот уже доваривается моя кукуруза. Осталось, ну, минут 10. Я все спрашиваю, почему ты так любишь кукурузу? Не знаю, мне почему-то в этом году хочется кукурузы. Я ее ем и ем, и ем, и ем. Кто-то вообще не любит кукурузу, а я люблю кукурузу. Сделала греческий салат, но мне не хватает оливков. Тут огурчик, помидорчик, болгарский перец, обычный репчатый лук. И вот такой сыр. Рецепт от президента. Мне хватило всего 2 кубика. Так он стоит 79, но мы брали по акции по 37 или по 39. Кстати, очень вкусная. Кукуруза, а на ужин обычно котлетки пожарю с салатиком. Я думаю, ну салатик вкусным получился. Обычно вот берешь, она не такая вкусная. А вот он такой не сильно соленый и так далее. Очень вкусно, мне понравилось. Президент хорошо делает. Тут у нас это, машина ездит, чистит асфальт. Такой звук. Так, пришли пробники Виши. Это крем. Да, 2 крема. Очищающий гель. И 3 одинаковых 2 тональных средства. 1,15 и 2,25. Так, салициловая кислота интенсивно очищает кожу, устраняет жирный блеск. Второе, это корректирует несовершенство, борется со следами и так далее. Третье, выберите ваш макияж. Для выравнивания рельефа кожи, маскировки акне и постакне. И для коррекции тона кожи. Так, подождите, 3D. Тон кожи это вот это. Так что вот так. Не знаю, где люди бегут, бегут. Я же прям просто вот она не собирается, опять не сюда. Так, замариновали вот эту рульку. Перед этим вы моете, чистите шкурку. Режете дольками чеснок, делаете надрезы, суете туда чеснок с солью. Потом вот такую горчицу мы остатки использовали, Хайнц. Смешиваете с приправами, подсолнечное масло и соль. И натираете, закрываете фольгой и в холодильник на час, а потом в духовку 2,5 часа запекать. Вот такая у нас здоровая получилась. По другому видео я на ютубе смотрела, мужчина на 12 часов ее мариновал. И на сковородке в пакете запекал. Но мы будем в фольге, наверное, запекать. В духовке. Ну что, запаковала ее во 3 слоя. На 2 часа ставлю в духовку градусов 180. Вот.
Перекрестки акция. Арбуз по 19,90. У нас вышел на 99 рублей. Здесь у нас 5 килограмм. Что, вот такое немножко розовое. Мне кажется, это вот нитраты, наверное. Не знаю, сейчас попробую, потом скажу. Вкусно, невкусно. Арбуз оказался невкусным. Не берите арбуз. Гарнир у нас будет бургур. Стакан бургура, кипятком, подсолнечное масло, специи. Можете помидорку, там перец болгарский добавить. Минут 15-20 он готовится. Вот, прошло 2 часа. Но мы сейчас еще на минут 15 поставим, чтобы она подрумянилась. А так она уже готова. Видите, какой пар, аромат идет. Дизайн-проект, дорожка. Такая дорожка. Эти цветочки у нас какие-то нацвели. В том году они цвели. Я не знаю, как. Потом, что у нас, какие колокольчики красивые расцвели. Вот. Кружовник созревает и башмала. Только созревает башмала, обычно она в июне созревает. Надо недельку подождать, чтобы он немножко созрел. Вишня вообще есть еще. Зеленая, зеленая. Даже не созрела. Такой маленький чесночок наш. Так, Кузя? Чесночок. Так, Кузёня? ВДНХ, ВВЦ, да? Северный. Да. Северный вход. Поменяли нам МГТС, джипон. Была вот такая коробка. Теперь у нас вот такая. И еще муж себе взял симку. У него с этим же номером будет, просто МГТС. И платить он будет 250. И все будет включено. А не как Билайн, 600 рублей тариф в месяц. Вот такого размера она была, старая коробка, видите, да? И сейчас она вот такая коробка стала, МГТС. Вы это можете заказать бесплатно, прийти, и у вас будет беспроводной Wi-Fi. Вот. Просто вы будете платить квитанции 400-500 рублей в месяц от МГТС. Так что нам поменяли уже коробку второй раз. Вот. Здесь Wi-Fi, вот их телефон. Так, что еще? И вот здесь обычно пишут, какого года, пароль, ключ. И когда вам гости приходят, они могут спокойно подключиться к вашему интернету.
Буль, жара, жарко, да. Жара, да. Лежит. Главный вход ботанического сада. Ты готов гулять, да? Пойдем? Да, то фишин пищит, да. Сейчас посмотрю про... Да, там постоянно свадьба. Вон уточки сидят. Две уточки. Лилии. Вон уточка, он загорает, значит. Красивые. Тис написано ягодное, вот этот большой. Прудик. Камыши вон есть даже. Красиво. Красота. Прям русский пейзаж, да, такой? Фанаточки слава. Сюда не сядь. Сюда. Нет, там что-то такое прям надо достать. Нюхать, нюхать. Может, бобры здесь? Какие бобры здесь? Мышки и кроты. Ну, он прям хочет залезть под это дерево. Кого-то там кто-то есть. Под этот слово, да, кожурку. Да, скажи ты. Будь здоров. Все? Они не бревнут. Да что? Ну так просто. Липко. Липко, черт. Лесок, лесок. Нет, лесок, лесок, лесок. Куда идем, не знаю. Мы просто в той части ботаники, в которой обычно мы не ходили. Ближе к метро мы там ходим. К Мару. Да, нет. Это ближе к метро Владыкина. Деревья поломаны. Сосеньки, сосеньки. Белки не одна. Дрова не нужны, да? Вон сколько там, там. Кто-то что-то обрезает. А вон бревнышки посидеть, вон еще дрова. Вон не хочешь посидеть, именно бревнышки. Смотри, все чисто, ни одной бумажки. Ты заметила? Ни одной бумажки. Никто не ссорит, ничего. Батер пить, батер. Это нафиг он батер. Ни одной бумажки. Все чисто, аккуратно вообще. Все следят, да, скажи, Кость? Снег. А здесь дуб. Ты куда там все бегаешь? Там листочки. Все следят, ни одной травинки, ни мусора. Дрова все собирают. Все
все рубят аккуратненько, все следят за всеми растениями. Потом вывозить будут. Кусь. А потом придет домой и будет спать, как убитый. Да, Кусь? Не факт, скажем, может, лучше. Она звуки вон издает, ей не нравится. Кузя. Вон она там прячется, не видно ее. Она высоко забралась, да, скажи, Кусь? Высоко. Ежик. Ежак маленький. Прямо это. Вот это ботанический сад. Он шипит, боится головку поднять. Ну пускай шипит, ты поближе, ты подойди, ты удобнее. Ой, Кузя, фу! Нельзя. Он фыркает еще, видишь? Да, он защищается. Послушайте, как он пыхтит. Ой, я же сама боюсь. Мамми, он так пыхтит прям, как будто сейчас как этот. Да, похоже на какао плоды. Они потом коричневые становятся. Да, реально какао, видишь, они наверху. Бобы какао, это... Как это называется? Бобы... Бобы, наверное. Какао. Останкинская башня. Мне кажется, они в этом году немножко, видишь, болеют. Мне кажется, это бобы какао. Ну, похоже, они прям крупные. Они такие вот стволы просто разрастаются. Да. Они прям по земле, так, так. Вон они, зелененькие висят. Смотрите, как покрасили клёво. Клёво. Как они такие называются? Подсолнухи. А что они такие маленькие? Ну, может, декоративные. Нет, так точно. Сигнал даёт, она нападает. Выстрел съест. Значит, копай. Копай, наверное. Они дуры, они не помнят. Они потом так вот, знаете, включают. Самое вкусное капучино это из автомата. Сейчас будем готовить. Нам понадобится вареная курица, ананас дольками. Все это нарезаем, посыпаем сыром натертым и майонез. Получается вот такой салатик. Такой получается салатик, курица, ананас, сыр. Вот, и заправляете майонезом. А гарнир у нас рис. Рис в мультиварке. Очень быстро. Ну, конечно, может быть, курица, сыр, ананас это не дешево. Но летом вообще актуально вкусный этот салат. Да, Кусь? Маринуем огурчики. Да? Чисто хрен. Да еще рано, успокойся, потом снимешь. Да, красотенька. Музыку-то включили, радио слушаешь. На радио любит слушать. Где?
Тимою грущу. Тимою лоб. Кукуруза. Она даже еще и не выросла в Подмосковье. Ой, такая маленькая. В сентябре, наверное, в конце даже. В октябре собирать будем. Да, Сереж, кукурузу? Она вообще маленькая, она даже початка нет еще. Но они в том году здесь не засеивали. Ой. Она маленькая груша. Они даже мы покрыты всем чем-то. Такие. Там яблоко. А нет, есть нормальная груша. А вот впереди она покоцанная пятнами какими-то. Пошли на спуск. В сторону перешли, идем на спуск. Мама набрала земляники. Запах стоит. Но она водянистая немножко, такая не очень сладкая. Вот. Так что на сегодня заканчиваем влог. Всем спасибо за просмотр. Ждет вас комментариев, лайков. Всем пока-пока.